Привет всем. Подписчики попросили снять черенки, видео черенков. Какой они длины, какой они толщины, какого качества они. То есть я вот сегодня ездил, срезал людям на отправку вторую партию. Первую уже отослал 2 недели назад. Вторую партию позаказывали. Персик, нектарин, яблони. Так что по длине черенка получается, вот аучу нарезал 50, даже больше чуть, 50, яблоня тоже, вот, 50-40. Я лично, когда себе заказывал в сад, то длина черенков была и 30, и 40 сантиметров, вот яблоня, то есть 50. 50-40. То есть есть такие сорта, которые, то есть их очень мало, и они прирост небольшой. Вот Red Passion, например, я срезал, всего лишь одна. Попросили меня, вот у нее, даже у нее 45. То есть я получал, когда себе заказывал, еще поменьше. Но меня интересовало не то, что они маленькие приходили, а то, что был бы тот сорт, который я хотел. То есть мне не важно, в принципе, было, какие они, тоненькие, не тоненькие, маленькие, не маленькие. То есть, ну, это вот обычный средний черенок. Вот 45 сантиметров. Диаметр у него 6-7 миллиметров. Ну, это побольше. Фуджи, Флорина, много еще. Black Amber. Это обычное качество. Вот, набиваем, я показываю такие черенки, чтобы было видно. То есть не какие-то кривые, там тоненькие. Нормального качества. Так что заказывайте, пока есть сорта еще, потому что уже заканчивается не сильно много. Там по яблоням, по редким сортам тоже уже мало осталось. Потому что люди хотят какие-то новинки, которые мало где можно достать. Черенки персика нектарина тоже нарезал, людям буду отсылать. Флайерт, рубиновый принц, квин леди, ред джун, такие, ну, не тоненькие, хорошие, не мерзлые, хорошие. Концы, это вот то, что пока срезал, привез, но все свежее, сухого нету, подсушивания ничего нету, все свежее. Так, а вот сейчас тоже, вот сейчас возьму, покажу. О, вот такие черенки. Есть вот, чтобы заказали. Тут маленькие, маловатые, конечно, но как маловатые. В принципе, они средние. Цунами, апрелиум. Всего два штучки, чего я мог срезать. Больше нечего срезать. Так что, такие дела. Звоните, заказывайте новинки или старые, хорошие, проверенные сорта. Сортов много очень. То есть каждый год коллекция будет пополняться новыми сортами. Спасибо всем за внимание. Пока.